Для жителей этой многоэтажки на Новаторце в день, когда в их доме установили новый лифт, теперь отмечен красным цветом в календаре. Чем не праздничное событие? Его наступление люди ждали годами. Люди, ну вы не поверите, у меня вот пожилые люди встречают на улице, и вот за руку хватает и говорят: спасибо. Не за то-то там, чтобы во дворе что-то делать, а вот именно за лифты. Прежний подъемник в этом доме был родом из 80-х и в последнее время назывался транспортом повышенной опасности. Здесь застревал каждый, а кто-то и не один раз. Если сравнивать новые лифты с подъемниками 80-х годов, то это, конечно же, просто небо и земля. Внутри он очень комфортабельный и удобный. А еще здесь есть приятный бонус – это зеркало. Зеркало, отражение в котором теперь всегда прекрасное. Избавиться от советского наследия помогла программа ускоренной замены лифтов. Когда началось обновление, жильцы стали просить переоборудовать подъемники. Они ходили со второго этажа. Как только не намучились здешние пенсионеры, преодолевая целый пролет по ступенькам. Чтобы их услышали, люди обратились на прямую линию к губернатору Владимиру Владимирову. Если бы не вмешательство губернатора нашего, если бы не наша настойчивость, мы бы ездили вот именно со второго этажа, поднимались по вот таким вот ступенькам. Ужасные ступеньки, высокие. Здесь немало людей ноги ломали, падали. Похожая история была и в доме на Пирогова. Там после вмешательства губернатора лифты тоже перекочевали на этаж ниже. Но и в целом поездка в обновленном подъемнике стала приятной. Жильцы облегченно вздохнули после таких нужных перемен. Сейчас, конечно, мы уже уверены, ни разу еще не ломался, ни разу не застревал. Вот, народ ездит, улыбается, довольный. В целом на Ставрополе, начиная с 2019 года, больше 600 старых подъемников отправились на отдых. На пенсию в первую очередь направляют тех, кто свои положенные 25 лет отслужил. Теперь надежда на лифты с новым сроком годности и новыми характеристиками. Новые лифты, которые устанавливаются, они более современные, энергоэффективные. Ну, новый лифт, он новый лифт, так же как машины. Новая машина отличается от старой. Работа по обновлению продолжается. Это поможет лифтам в наших домах подняться на новую, невиданную им высоту. Джамиля Ибрагимова, Александр Колодко, Ставропольское телевидение.